Новые многоквартирные дома продолжают возводить в районном центре. Уже в декабре планируется сдача в эксплуатацию двух объектов по адресам Клубная 22, Зеленая 2/4 и Зеленая 2/8. Также ведется активное строительство трехэтажных домов на улице Олега Кошевого по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Здесь два дома, один 14 квартир, второй 15 квартир. Всего в этом году мы расселяем 29 квартир. Это дома, которые находятся сегодня, три дома, поселок Энергоучасток, это второй, третий, четвертый дом. Также расселяются в этом году жители Дружбы 82, тоже многоквартирный дом, тоже признан в 2019 году аварийный. Также переселяются люди с аварийного дома Татарская 47 и Дружбы 85 и 87. В новых домах есть как квартиры-студии, так и жилплощади больших размеров – двух- и трехкомнатные квартиры. Внешний вид этих зданий несколько отличается от других новостроек районного центра. Данный дом, согласно проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, выполнен из, скажем, теплоблок «Вармит». Фасадная часть покрыта сеткой, как и заложено в проектной документации, и штукатурено покрытием штукатурка «Караед» с нанесением покрасочного, лакокрасочного изделия, который защищает от проникновения влаги. Эти дома находятся под наблюдением Госстройнадзора, а значит, должны соответствовать всем санитарным и прочим нормам. В противном случае их введение в эксплуатацию будет невозможно. Согласно проекту, возле новых трехэтажек будут обустроены парковочные места, освещение, тротуарная дорожка и детская площадка.